Hello everyone! Всем привет! You're listening to the podcast Russian Verbs. Now it's such difficult and strange period in our lives that sometimes we don't have enough time or restrictions to go out from our offices, houses and so on. And that's why today you will listen the forms and usage of the forms of the verb гулять. In Russian, the verb гулять, it means to walk, to go out of the doors, to promenade, to have time off or spare and free time. In some situations, it will also mean to have fun. So, for today, the verb is гулять. В изоляции мы все очень хотели гулять, хоть на балконе, хоть в спецкостюме. The verb гулять. We will begin with the present forms. Я гуляю, ты гуляешь, он гуляет, она гуляет, мы гуляем, вы гуляете, они гуляют. Вы знаете, я первый раз гуляю по центру города. Почему ты не гуляешь со всеми? Мой муж не гуляет, он дома сидит. Собака гуляет на поводке. Ему не нравится, что мы гуляем так поздно. Где вы с ней гуляете? Новые банкноты уже гуляют по стране. Past tense. Он гулял, она гуляла, они гуляли. Ребенок ночью долго гулял и не давал спать родителям. Вся деревня 3 дня гуляла на свадьбе. Летом мы каждый день гуляли в лесу. Future tense. Я буду гулять. Ты будешь гулять. Он будет гулять. Она будет гулять. Мы будем гулять. Вы будете гулять. Они будут гулять. Я буду гулять до самого утра. С кем ты будешь гулять, пока я болею? Кто будет гулять с собакой, пока мы на море? Все равно она будет гулять сама по себе. На свежем воздухе каждый вечер будем гулять. Будете гулять под присмотром врачей. Преступники не будут гулять на свободе. And traditionally, in the end, I give you the imperative forms. Ты гуляй, вы гуляйте. Сиди дома, не гуляй. Гуляйте в парке, дышите свежим воздухом, наслаждайтесь жизнью. That's all for today. Don't forget to listen to the podcast Russian Verbs next time, next week. And share this episode with your friends and other Russian learners. By the way, in the comments you can find the script of the episode. See you next week. Пока-пока. До встречи.